Сегодня к нам, к сожалению, не смогли приехать наши боевые товарищи из города Томска. Это Вячеслав Поздняков и Алексей Яценко. Мы их ждали, мы их ждем, они в наших сердцах, они мысленно с нами. Они просили свою любимую песню исполнить «Зашитые». Это их песня, она им нравится, она им посвящена. Так что мы про вас помним и для вас мы исполним. Друзья, притворяется родня, стал злой. Перестали все звонить, не с кем не поговорить, сестрой. Издеваются кругом, даже в городе за столом, столбом. Нервничают не психую, не могу я на сухую. Вспоминая времена, вам крадется вновь слюна, был пьян. Зная громкое веселье, снега тихое похмелье, наш изъян. Никому не предлагаю, всех прекрасно понимаю, кто грешит. Вспоминая времена, вам крадется.
Третий тост мы всегда выпиваем стоя и молча. Давайте.